В Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси сезона 2018-2019. Первые матчи пройдут в середине марта следующего года. Место проведения финала Кубка будет определено на следующем заседании исполкома Федерации. За право попасть в четверку сильнейших поборется и гомельский «Локомотив», который вместе с бобруйской «Белшиной» представляет первую лигу. Остальные команды из сильнейшего дивизиона Беларуси. К слову, соперник по 1/4 «Витебск» сейчас на 4-й позиции и имеет реальные шансы на медали чемпионата. «Локомотив» в первой лиге занимает 7-е место.